эти они еле-еле сводили концы с концами. И поскольку они не были непривычны к такому образу жизни, они болели, не могли правильно отапливать помещение, не могли правильно пользоваться печью. У них было антисанитарное условие жизни. Но по возможности при первой они ограничены почему. В общем, уровень их жизни был низкий, хотя вот который прожили. Это было скорее натуральное хозяйство, или все-таки оно имело возможность?
Thank you.
это вообще выгода для себя. Поэтому вопрос и борьба ведется за то, что включите нас, а мы народ, а они не народ. И все время это всегда было, есть время. Как хорошо было, когда мы делаем, что у нас есть институт этнологии, антропологии, у нас есть как один наук. Мы сваливаем, вот вы и вы.
Анны и Кофемарки. Деньги. То есть турист
с любым бюджетом может найти для себя комфортное и размещение, и с голоду он там не умрет. И стоимость такси, к примеру, она соизмерима с московскими ценами. Ничего такого сверхъестественного. И вот знаете, когда вы наговорили, рассказывали все про Дубай, кажется, что вау, это такая идеальная страна, но на самом деле это такая красивая картинка, которая рисуется для туристов. Именно для туристов. У них, кстати, по-моему, есть даже Министерство счастья, если я не ошибаюсь. Да. Там следят, насколько счастлив человек. И вот вопрос к Кыргызстану. Мы знаем о том, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты отмечают 50-летие обретения независимости. 1971 году вот этот разнонаправленный такой британский протекторат, он ушел с этого побережья Персидского залива, ушел не культурно, потому что мы сегодня поговорим о том, как англо-американская культура присутствует в Эмиратах, но тем не менее, давайте напомним некоторые такие этапы жизни арабов на этом побережье, вот именно на этом берегу Персидского залива. Алина уже сказала, что буквально 50 лет назад это была малонаселенная, малопривлекательная территория, а в начале 20 века вообще жило около 10 тысяч человек в Дубае, а теперь более 3 миллионов. Вот как такое чудо образовалось? На самом деле это тоже один из стереотипов, что в Дубае, в Арабских Эмиратах не было никакой жизни там, лет 50 назад. Да? На самом деле там существовали племена еще в средние века, известно в 6 веке, причем там даже от династии сасанидов иранского такого происхождения. А затем в 7 веке эти шейхства входят в арабский халифат, принимают ислам, и со временем они развиваются, все больше и больше появляются города. И в 18-м, получается, 19-х веках сюда приходит пустынская компания, сначала под протекторатом Португалии, затем Великобритании. И вот действительно в декабре 71-го года происходит независимость. Ну вот если мы поговорим, да, о Дубае, вообще, в принципе, это немножко то, о чем нам сказали, такое опровержение колониального во многом, да, сюжет о том, что было что-то дикое, абсолютно непаханное поле пустынное, да, и вот пришла нефть прежде всего. Но тоже, я думаю, для многих наших радиослушателей откровение будет, что нефть сейчас совокупно составляет всего доходы от нефти всего около 5% бюджета в Дубае. Тогда, а 20-30% это туризм. Туризм, да, и финансовые услуги, и одна из крупнейших и известнейших, не будем ее рекламировать, но тем не менее все знает, о чем идет речь. Одна из самых известных авиакомпаний мира тоже под юрисдикцией Дубая. Вот как все это произошло? Как эта экономика так выстроилась грамотно и эффективно? Тут, скорее всего, важная роль специалистов, маркетологов. Эмираты, они привлекли лучших таких специалистов со всего, наверное, мира и грамотно выстроили всю эту экономику. Плюс еще известно, что в этой стране практически нет коррупции. Да? Здесь, наверное, имеет и этический момент, да? То, что государственной религией является ислам. Кстати, о шариате. Вот вы уже упомянули о коррупции, ну и, соответственно, о наказании за коррупцию. Действие исламского права в этой стране, такой постбританской, оно насколько распространено? Да, действительно, в Конституции Арабских Эмиратов присутствует шариатский момент, но он достаточно такой лояльный, его такое действие. Оно не распространяется, понятное дело, на всех. Да. В стране можно встретить и, например, традиционные какие-то вещи, да, там мечети, люди, да, скромно одеты, да, и тут же можно увидеть достаточно как бы свободных таких людей. То есть в этом плане действие шариата, оно не распространяется так. И не распространяется, соответственно, на туристов, да? Да. Вот, Стелла, этот вопрос тоже очень важный, потому что очень многие наши соотечественники уже имеют опыт отдыха в мусульманских странах. На ваш взгляд, вот Дубай, он отличается чем-то от других арабских стран при посещении именно вот в таком режиме, что называется, пребывания туриста? Насколько действительно вот то, о чем сказал Гизар, да, вот это действие, либеральное действие мусульманского права, тем не менее должно состыковываться с поведением туриста, с его отдыхом, с его возможностями, с доступностью для него развлечений? Вы знаете, Дубай, он гораздо демократичнее других восточных стран. То есть, если девушка достаточно откровенно одета, ей не будут свистеть вслед и кричать «Наташа», как, может быть, в том же самом Египте и в Турции. Здесь проявляется, конечно, их демократичность, но я в своих социальных сетях всегда призываю наших туристов
контролировать свой внешний вид. И вы едете в восточную страну, значит, вы это обязаны соблюдать определенный дресс-код, выходя в общественные места. Но вот этот вот опыт, да, он какой-то, были какие-то негативные в вашей практике, в случае каких-то нарушений закона? Потому что мы знаем, допустим, в Юго-Восточной Азии, одни дни мусульманской, бывали неприятные, мягко говоря, да, ситуации, когда какие-то нарушения этических норм местных, о которых мы не знаем даже, да, и нас не предупреждали, что будет на другом берегу, они приводили к очень серьезным проблемам. Как таковых ярких примеров нет, но, естественно, туристическая полиция на то и существует для того, чтобы пресекать такие чрезмерные действия туристов. То есть, естественно, там, знаете, Арабские Эмираты являются одной из самых безопасных стран, и Дубай в частности. За счет чего это работает? Во-первых, любой турист, любой человек, прилетая в Дубай, в Арабские Эмираты, сканируется сетчатка глаза. Даже если человека депортировали, и он изменил паспорт, изменил имя, но сетчатка глаза, она в системе хранится, и от этого никуда не деться. Второе, когда ты устраиваешься на работу, в большинстве случаев у тебя забирают паспорт и дают местное ID. То есть любое твое движение, там очень много камер, все под контролем, высокие штрафы. К примеру, если ты в России случайно не так припарковался, то есть у нас достаточно лояльные штрафы, что уже говорить. А там это минимум 10 тысяч у тебя возьмут, никто не подойдет, не сделает комментарий, а просто пришлют тебе штраф. Еще и страны не выпустят, пока ты их не заплатишь. Я такое тоже слышала. Вот, да. Но знаете, есть лайфхак небольшой для тех, кто, может быть, там будет жить. Есть один день, в день независимости, кстати, существует скидка большая на оплату этих штрафов. То есть в течение года можно их копить, и потом разом с оценкой оплатить. Да, и вот знаете, возвращаясь к туристической полиции, у них всего автомобилей порядка 20 на весь Дубай, и они используют их как вот такой имиджевый вариант, чтобы туристы могли с ними фотографировать. Это как в Узбекистане, они на фоне вот этих вот исторических достопримечательностей, на сигвеях полицейские ездят. Здесь такая же, в общем-то, схема. Да, вот мы сказали уже об англо-американском таком культурном влияние на Дубай, насколько распространен английский язык, насколько возможно для нашего соотечественника, владеющего английским языком, чувствовать себя комфортно. На самом деле местного такого коренного арабского населения там очень мало, порядка там 10% по всем Эмиратам, поэтому английский язык является одним из самых таких востребованных, поскольку основная масса, да, жителей — это не арабоговорящие жители, да. Это выходцы из Южной Азии, из Юго-Восточной Азии, поэтому человек, знающий английский язык, ему будет просто. Ну а вот, допустим, такое давнее уже знание нашими соотечественниками Дубая отражается на том, что русский язык где-то присутствует, и русская колония, может быть, люди, которые постоянно проживают в Дубае, они как-то вот вам встречались. Ну я бы не хотел сказать так, вот прям на улице в Дубае, но во всяком случае где-то в людных местах. Да, действительно, даже практически на каждой улице, если прогуливаешься, можно увидеть даже рестораны с русской вывеской и достаточно много, да, русскоговорящих жителей, как туристов, так и местных. Но все-таки для того, чтобы туристу ехать в эту страну, надо знать, прежде всего, английский язык, да, наш великий и могучий, пока еще не поможет, да, для того, чтобы пока это не турецкий курорт. Да, но еще то, что нужно знать нашему туристу, это, конечно, правила въезда. Давайте напомним, особенно сейчас, во время пандемии, виза, ПЦР, что сейчас требуется для въезда. Вообще, во время пандемии Дубай оставался практически единственной страной, которая принимала туристов. И, соответственно, условия въезда самые лояльные. Виза не требуется. По приезду вам нужно будет иметь ПЦР-тест из России, действующий 72 часа. И по прилету вам нужно будет в специальных кабинках сделать повторный ПЦР-тест. Официально нужно скачать приложение и ждать, когда тебя согласуют, что у тебя отрицательный ПЦР-тест, и ты можешь свободно передвигаться. И вы знаете, вот что касается английского языка, я хотела бы дополнить еще Гизара. Существует 4 проблемы в Арабских Эмиратах. Это одна из них – незнание молодежи арабского языка, потому что вся инфраструктура, все окружение разговаривает именно на английском языке. И существует, знаете, если трудоустраиваться, то есть определенная классовость. Это как вот в Индии есть, чем белее у тебя кожа, тем выше твоя каста. Да, то здесь тоже есть своя иерархия. Если у тебя паспорт СНГ, то ты можешь работать продавцом в магазине, в отеле, на ресепшене. Если у тебя паспорт пакистанца или индуса, то это низкооплачиваемый труд. $200-300 в месяц. Неизвестно, как они умудряются снимать квартиры, жить на эти деньги, еще и в свои семьи отправлять. Да, если ты американец или европеец, то ты можешь уже занимать уровни топовые позиции, и, соответственно, на одной и той же позиции человек с разным паспортом, индуса, гражданин СНГ или Европы, получает разную зарплату. И, естественно, если гражданин страны, то у него зарплата еще выше, чем у топового специалиста. И вот, возвращаясь к
Министерству счастья, как это вообще работает. На государственной службе у каждого сотрудника установлена камера в компьютере, и программа фиксирует, как часто человек улыбается, как реагирует его мимика в течение всего дня. Исходя из этой статистики, Министерство счастья принимает решение, насколько люди хорошо себя чувствуют в Дубае. И это касается не только граждан, которые составляют примерно 10%, но и на всех людей, которые вообще задействованы. Я слышала, кстати, да, такую историю, что, по-моему, почтовое отделение тоже там вот не прошло этот рейтинг, и все сотрудники были уволены, а отделение закрыто. Министерство счастья не одобрило. Да, у нас короткий перерыв, мы послушаем новости и через 2-3 минуты вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Культурное путешествие. Вести из Дербента. Первое о главном. Из эфира Вести ФМ. Собственный корреспондент ФБТРК в США Валентин Богданов. Человек едет в большую семью встречаться с лидерами НАТО, посещать английскую королеву. Но 4 раза он упоминает Путина. Ну, понятно, что это идея фикс, понятно, что это сидит в голове. Слова. Идея фикс – термин из психиатрии. На заре 20-го столетия немецкий врач Карл Вернике описал феномен сверхценных идей, способных полностью завладеть сознанием человека и довести до одержимости. Вернике полагал, что подобные идеи отличаются от навязчивых мыслей тем, что не вызывают тревоги и дискомфорта, а напротив связаны с уверенностью в собственной правоте. Также они отличаются от бреда, поскольку не абсурдны, а разумны и реалистичны по своей сути. Их опасность именно в сверхценности, то есть в чрезмерной эмоциональной вовлеченности человека в свой замысел, отключении механизмов психической самозащиты. Другой специалист по ментальным расстройствам, Пьер Жане, назвал подобное состояние «идеями фикс». И пусть в современной науке понятие уже не используется, оно вошло в широкий речевой оборот. Это максимальное значение за все время пандемии.
конференции «Вилья новости» в консульстве России ранее сообщало, что после происшествия лайнер-оператор «Москва» вернулся нестоятельно. Никто из российских туристов не пострадал, за ними присвоили зимний порт, сообщили в авиакомпании «Азур Эйр». Во время ожидания россияне разместили в гостинице. Спасатели планируют сегодня утром вымыть из-за тела трех погибших на Эльбрусе. Кому некогда сделать неудачный вынос из-за неблагоприятных погодных условий, снега, ветра и тумана. Об этом сообщили ТАСС в Никольском высоковольтном поисковом спасательном отряде МЧС. Напомню, группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5400 метров на Эльбрусе, из-за непогоды спросила помощи спасателей вечером 23 сентября. В группу изначально входили 23 человека, но 4 оказались на восхождение. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС, где поисково-спасательную операцию удалось найти и передать медикам 14 человек, из них 11 госпитализированы, 5 человек погибли. Финансовый директор Huawei Мэн Вэньчжоу арестован в 2018 году в Канаде и освободил после заключения сделки с прокуратурой США, сообщают канадские СМИ. Соединенные Штаты обвиняли его в мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана, и требовали экстрадиции из Канады. В итоге Мэн частично признал вину, а американская прокуратура позвала запрос на экстрадицию. Уже через пару часов после освобождения финдиректора Huawei летела из Гонконга в Китай. Через несколько часов после освобождения премьер Канады а Джастин Трюдо заявил, что затишье в 2018 году в Китае, в Махарадзе, в Майкл Коврик и Майкл Стейбер возвращаются домой и уже отлетели на родину. В КНР канадцы были арестованы по обвинению в шпионаже. Сегодня в Петербурге временная небольшой дождь, плюс 9-11 градусов, в Москве также небольшие дожди, 11-13 тепла. Сейчас в городе плюс 9, атмосферное давление 741 миллиметр, а влажность 84%. Гранд-шоу «Кто это?» премьера завтра.